Всем привет! Вы на канале. Я и моя лучшая подружка Ксюша Черенко. Я снимаю пеленальный столик Белочки. Там, где я буду пеленать своего реборна Брайана, когда мне его закажут и купят, его привезут. Но пока я сегодня с Белочкой. Вот сама Белочка сидит. Вот Белла, ее игрушка. Теперь я вам буду все рассказывать. Вот я купила сегодня вот такую бутылочку. Вот она. С осьминогом розовеньким. Две пары носочков. Одна пара снеговичком, другая с пингвинчиком. Чиками. Памперс один. Такой вот зайком. Соска. Вот она. Худой специально, потому что мне не влезает с толстой. Два платочка у нас таких. Вот один такой. Резинки тут у нас. Браслетик такой еще. Так, теперь тут. Тут у нас шампунь. Такой с ароматом розы. Тут влажные салфетки у нас. Вот они лежат там. У нас вата тут такая. Чистая линия. Это крем с... Тоже розами. Пахнет вкусно, вот такой белый. Финика. Подержи мне нос. Тут порошок у нас такой для вещей. Я сейчас подключу. Две ватных палочки. Вот. Мне хватит пока на 2 дня. Так. И еще я забыла вам сказать, подсыпка для попы, белая такая вот. Это подсыпка для попы, для кукол. Лампа. И зеленая расческа. У меня тут еще включается свет. Сейчас его надо подключить только. Вот она лампа у меня. Скажи, как тебя зовут? Кстати, как? Вот тут у нас такая игрушечка. Это Беллина любимая игрушка киса. Тут у нас полотенчика. Туда снимай. Тут у нас пеленки. Тут у нас для Белочки такая шапочка. Футболочка такая. Тут розово-белая. Тут у нас боди. Тут у нас царапки такие с мишкой. Вон они. И тут горшочек такой вот. Тут у нас сам пеленальный столик. А туда мы складываем грязные вещи. Вон туда вот. Как бы. Всем пока.